Магаданцы почтили память Инны Дементьевой. Сегодня 105 лет со дня ее рождения. Для многих творческих калмычан Инна Борисовна была лучшим наставником. На севере она работала редактором в газете «Большевик» и «Последние известия». С 1957-го 10 лет была директором Сусуманского дома культуры, а затем более 20 лет заведовала Магаданским дворцом культуры профсоюзов. Инна Дементьева отмечена знаком почета и различными наградами советской эпохи. В ее честь в муниципальном центре культуры провели мероприятие, где о жизни Инны Дементьевой высказались ее знакомые, директор НЦК и глава областного центра. Ну и самая яркая страница у меня была тогда, когда мы с Инной Борисовной открывали здесь, в далеком 1985 году, галерею славы городов-героев. И сейчас она трансформирована в залы музейного комплекса города Магадана. Ее любовь ко мне закончилась тем, что меня избрали председателем правления Дворца культуры профсоюзов. От мемориала Инны Дементьевой гости проследовали к ее месту захоронения на Марчиканском кладбище. Там возложили цветы и еще раз вспомнили о человеке, который внес неизмеримый вклад в развитие творческой стороны колымской столицы.